И, собственно, этот разговор про отношение архитектуры памяти и памяти не только в мемориальной архитектуре, но и про память как некоторое предъявление памяти, функция носителя памяти, как некоторое социальное обязательство архитектуры. И архитектура в таком качестве предстает, ну, собственно, во всей истории европейской архитектурной теории. Да, в самых разных вариантах. И не только в теории. Допустим, вот то самое мемориальное или, скажем, мнемоническое искусство памяти, согласно которому Риттер запоминает места речи, связывая их с какими-то местами постройки, это такой очень важный, такая важная точка, с которой мы можем обсуждать, начиная с которой мы можем обсуждать связку пространства и памяти. И, ну, собственно, классическая работа по этому поводу Фрэнсис Йейтс «Art of Memory», и там упоминается, собственно, один из источников, который мы дальше, наверное, тоже должны будем сохранить. Там идет отсылка к Квинтилиану и к анонимной риторике, к Герению. И очень важный момент. Пространство, здание — это некоторый контейнер, в котором вам предлагаются места. Для того, чтобы запомнить, вам нужна эмоция. И, собственно, я сейчас не буду приводить цитату по этому поводу, но очень важный момент. Мы запоминаем то, с чем у нас связан сильный эмоциональный опыт. И, собственно, мы будем сейчас обсуждать архитектуру, которая форсирует наш эмоциональный опыт самыми разными средствами. От чистой психофизиологии до каких-то более сложных ситуаций. Это, ну вот, собственно, в качестве заставки. Собственно, я, наверное, вот такую вещь и поставил бы, потому что как только мы говорим память, как только мы говорим история, мы, собственно, и обсуждаем сюжет, связанный с тем, как мы контролируем будущее через желательное прошлое, через образы желательного прошлого. Вот эта связка архитектуры и истории, она, в принципе, фундаментальна для, скажем, европейской архитектурной мысли, для европейской архитектурной теории. Уже у Альберти мы читаем о том, что, собственно, античные руины есть некоторое свидетельство истории, и многому, о чем пишут древние, мы не поверили бы, если бы не имели зримых свидетельств этой истории. Вот таким свидетельством может быть руина естественного происхождения или, например, руина искусственная, руина рукотворная, руины, из которых вообще-то и состоит материал истории, потому что все-таки материал истории нам пишут вот какими-то такими катастрофами, войнами и так далее. Отношение к этим вещам, собственно, определяет разные политики памяти, разные способы самоопределения по отношению к истории. И поэтому сильные всплески интереса к проблеме архитектуры и памяти возникают когда? Первая мировая и Вторая мировая. Эти способы реакции вот на эти катастрофы могут быть очень различными. Мы, например, можем просто реставрировать все, как если бы ничего не было. Очень популярный способ. Другой вариант — это, скажем, предложить вам какое-то столкновение современного исторического руина, в которую вы встраиваете какое-то современное сооружение. Вот, скажем, монумент в соборе в Ковентри, реконструкция, когда, собственно, сохраняется периметр, сохраняются остатки после бомбардировки, а далее Безил Спенс вставляет вот такую вполне современную архитектуру. Или другой пример. Подчас то, что получается, может быть гораздо более значимым и качественным в художественном плане. Вот в этом смысле Кайзер Вильгельм Кирхе в Берлине очень показательный сюжет, потому что была такая, ну, условный такой историзм ни о чем, еще одна церковь в духе историзма, которых по Европе полно. А после войны появляется действительно очень сильный монумент, когда Эгген Айрман работает с этой вещью, появляется вещь гораздо более сильная, гораздо более штучная. Вот такое столкновение исторического и современного — это, в принципе, очень выгодный контраст для архитекторов, очень выгодная история для архитекторов, и совершенно не обязательно она преследует какие-то сильные мемориальные цели. Ну вот в качестве примера, относительно недавние вещи, вот это как раз сюжеты, где именно мемориальное начало становится определяющим. Это, скажем, чиперфилдовская реконструкция нового музея в Берлине, когда вы не делаете, как и было, а вставляете новое, но новое, которое работает со старым, старым, которое несет следы разрушения. Или вот такая трехступенчатая история с Колумбо-музеумом, который был, собственно, один раз уже реконструирован, а это недавняя работа Петера Цумтера. И вот такое наслоение исторических обстоятельств, наслоение истории, когда у вас есть, с одной стороны, вещь подчеркнута современная, с другой стороны, вещь, которая предъявляет себя как некоторое историческое свидетельство. Вопрос в том, что мы сохраняем, о чем мы сохраняем память. Где-то
формы архитектуры, собственно, сам объект каким-то образом связан, ну просто буквально на уровне языка связан с тем, что, что там происходило. Где-то мы имеем дело с ситуациями, когда есть просто место. Ну вот в таких случаях, допустим, мы видим проекты а-ля «Топография террора», и вот нынешний ансамбль «Топография террора» в Берлине, ансамбль, в котором на месте бывшей штаб-квартиры гестапо, даже там с открытыми частично подвалами вдоль стены и так далее, встраивается, ну, такая вполне современная хай-течная архитектура, которая совершенно не обязана вызывать у вас какие-то сильные ощущения, ну, какими-то своим архитектурным языком, еще чем-то. Да? То есть это скорее просто ну, такое память места, ситуация, связанная с тем, что да, мы понимаем, что здесь было. Вот такие контрасты, они опять-таки совершенно не обязательно должны нас, ну что ли, вводить в состояние какой-то сильной рефлексии именно на исторические темы. Да? Просто старое и новое, берется старая вещь, в нее встраивается или на нее надстраивается новая вещь. Иногда это действительно такое сильное мемориальное, собственно, сильное явление мемориальной архитектуры. За этим есть сильный мемориальный посыл, как в случае с военным музеем в Либескиндовской реконструкции. Иногда тот же самый Либескинд, пожалуйста, вам предъявляет ну, вполне себе архитектуру, вроде бы не про историю, но тем не менее этот прием работает. Это вообще отдельный вопрос, о котором мы немножко в конце поговорим. Как любые самые сильные жесты вырастают в язык и становятся общим достоянием. И проблема в том, вот мы еще к ней вернемся в связи с героическими монументами Первой мировой войны и с тем, что меняется в понимании трагедии после Второй мировой войны, как это меняет монументы. Есть очень сильная, она, скажем, такая терапевтическая история. Вот когда у вас есть язык, как бы вы его ни назвали, язык, архитектурный стиль, что-то общее, это очень выигрышная ситуация в том смысле, что это скорее ситуация отчуждения от трагедии. Это ситуация, когда у вас есть язык, вы выговариваетесь. Ситуации, которые порождают самые сильные монументы, самую сильную монументальную архитектуру, это ситуации, нам знакомые по формуле «улица корчится без языка», когда масштаб трагедии уже есть, а слова для выражения его еще нет. Но вернемся к более... не то чтобы к более мирным сюжетам, да, этот сюжет мирным не назовешь, но это еще один пример работы с исторической памятью в архитектуре, тоже очень характерный. Это Фрауенкирхе в Дрездене, относительно недавняя история, точнее, собственно, разрушение ее относительно недавняя история, и недавняя история ее восстановления, причем здесь как раз сохраняется, с одной стороны, некоторая форма, с другой стороны, история, потому что после бомбардировки сохранились вот эти исторические камни, и они при воссоздании вставлены в тело, вот эти закопченные камни, вставлены в тело нового здания, фактически нового здания. И таким образом у вас вроде бы есть и вещь, с другой стороны, вы совершенно четко считываете некоторые сигналы, знаки исторического. И это, в принципе, большая проблема, с которой прежде всего работают реставраторы. Существуют разные идеологии реставрации на этот счет. Что воссоздавать, что сохранять, сохранять ли вещь или сохранять аутентичные камни и давать ли вам представление о том, где кончается подлинная историческая аутентичная, где начинается, собственно, вещь скорее как факт истории искусства, но не истории вообще. И вот за этим есть тоже некоторая проблема. Но вернемся на московские улицы. Подчас, собственно, архитектура и трагедия, которая за ней стоит, могут находиться в странном противоречии, даже стилистическом, потому что подчас наша память есть память мест, но не память вещей. Ну вот, наверное, самый яркий пример, который мы себе можем представить, я думаю, на памяти многих из сидящих здесь, Лубянка, соответственно, до 82 года, она вот такая, да, то есть половина — это у вас такая мирная перестроенная страховая компания начала века, уже, правда, подперестроенная, а вторая половина — это такой залихватский щусевский неоренессанс. И вот если мы на секунду пытаемся забыть, хотя, конечно, забыть не можем, какие ужасы там творились,
то мы, в общем, смотрим на это здание и говорим, ну, Франкенштейн какой-то, детский сад какой-то, абсолютно нелепая вещь, да, половина физиономии такая, половина физиономии такая, ну, нелепость какая-то, да, но при этом у нас включается вторая половина мозга, которая говорит, что там происходило, и что вот это здание выглядело таким веселеньким неоренессансом и веселеньким Франкенштейном, вот ровно на пике ужаса, да, в частности, на послевоенном пике террора. Ну, или другой пример – то же самое, но берлинское. Да? Вот это, собственно, штаб-квартира гестапо, которая вполне себе такое мирное, жирное, купеческое, ну, как купеческое, наверное, нехорошее. Ну, у нас бы назвали, наверное, именно купеческим такое, такое жирное буржуазное арнуво, которое, в общем, вмещает, ну, просто ad hoc заняли эту вещь. Да, оказалось, что самые страшные вещи могут ассоциироваться с совершенно не страшной архитектурой. Следующая позиция, к которой мы сейчас с вами перейдем. Коль скоро мы говорим про ситуации, связанные с коммеморацией прежде всего трагедии, с архитектурой памяти, мы вынуждены обращаться, вынуждены обсуждать сюжет о том, как архитектура вообще работает с образами смерти. Ну, это некоторая часть профессиональной задачи архитекторов. И существуют очень разные ситуации, которые, наверное, тоже имеет смысл слегка затронуть. Ну, во-первых, существует большая традиция мемориальных сооружений, погребальных сооружений, которые дальше запускают наши ассоциации. И таких моделей очень много. И мавзолеи, и тумулусы, и разного рода курганные погребения, и пирамиды, и все что угодно. Таких образов существует много. Они у нас все запускают, ну, такие нормальные жанровые ожидания. Ничего сверхъестественного. Ну, вот те же, скажем, мавзолеи или, допустим, колумбарии. Так как только мы видим стенку с аркосолиями, у нас в голове щелкает. Это про смерть. Ну и даже в самых эстетских вариантах работы с этой смертью у бумажников, вот, пожалуйста, ну, в общем, о том же. И вот такое приучение нас к смерти как к повседневному, естественно, связано, или точнее, сама эта проблема, естественно, связана с ситуацией секуляризации культуры, тем больше у вас переживание смерти, переживание вещей, связанных вот с этими предельными состояниями, уходит от того, что вы можете отдать в сферу религиозного, тем больше, простите, вы вынуждены по отношению к этим вещам самоопределяться. Ну и, собственно, вот, скажем, послереволюционные проекты крематориев, что московских, что питерских и так далее. Или, допустим, современные истории, как работают вот с такой архитектурой. Важно то, что, казалось бы, вещь ну, такая предельная, сильная, страшная, которая держит нас ну, где-то на границах собственного «я», есть часть нашей повседневности. Да, мы, в общем, с этим мирно сосуществуем параллельно. Мы идем по нормальному европейскому или американскому городу. И, в общем, мы видим часть этого. Да, это просто некоторая часть нашей жизни. Мы дальше к этому вернемся, потому что это часть жизни, по отношению к которой у нас должна быть некоторая внятная позиция, и которую мы не можем, от которой мы не можем полностью отрешаться. Скажем, есть традиции, там та же католическая, где это все еще гораздо более натуралистично, гораздо более явлено нам таким образом, что вызывает сильный непосредственный эмпатический отклик, ну просто потому, что если нам показать вот много такого страшного и натуралистичного, естественно, в нас дергается сильнее. И, скажем так, есть, наверное, один такой внятный, очень последовательный инструмент для работы с такого рода переживанием, если мы не отдаем его в сферу религиозного. Это категория возвышенного. Ну, буквально в бёрковском значении. Возвышенное как то, что превышает, то, что больше нас, то, что превышает наши способности к концептуализации, наши способности к осмыслению и к проговариванию. Да? То есть мы понимаем, что эти вещи находятся за пределами наших возможностей, наших концептуальных способностей. И есть архитектурные традиции, которые выстраивают этому очень сильную параллель. Не случайно в архитектуре мемориалов именно эта традиция, традиция французского просвещения, визионерство французского просвещения будет очень сильно востребована. Вещи, вот вся эта безумная мегаломания в духе римских премий, в духе Булле и так далее, которые делают вещи, которые настолько же больше нас, настолько же
выходит за пределы нашего воображения, насколько, ну, если проводить эту параллель, насколько мы имеем, насколько мы вынуждены, скажем, обсуждать вещи больше нас в связи с тем сюжетом, который мы обсуждаем. Вот немножко покручу этих картинок. Оно все вот такое большое и грандиозное. Я сказал про то, в какой сложной ситуации находимся мы, условно, в 2017 году, когда мы не можем просто, ну или, скажем, изрядная часть сидящих здесь не может просто отдать это переживание в сферу религиозного. Там есть некоторая технология, да, есть некоторая технология, есть некоторый ритуал, есть некоторый способ, есть некоторая институция, которая, собственно, отвечает за то, чтобы с этим переживанием работать. И, естественно, даже если мы не готовы таким образом действовать, естественно, сфера религиозного по определению очень сильно связана вот с такими сильными переживаниями, сильными обстоятельствами, сильными чувствами. И не случайно в архитектуре 20 века, именно в сфере культового зодчества, делали очень много попыток подойти вот к этой сильной вызывающей эмоции архитектуры, найти язык, который провоцирует наш сильный отклик. В самых разных вариантах. От экспрессионизма, простите, до всяких дизайнерских вещей и от бруталистских вещей, а-ля то, что вы видите в середине, и до какого-то вполне чистого модернистского зодчества. И здесь есть один не очень утешительный для нас, я бы не сказал, что это ответ, но есть, спасибо, не очень утешительный для нас, ну что ли, сигнал или пример. Вот как нас всегда можно пробить на переживание, как нас всегда можно пробить на какую-то сильную эмоцию. Вот у архитекторов есть на этот счет один простой ответ. Сделайте большое. Вот это пара примеров очень плохой архитектуры церковной, но она такая большая, что ей уже все равно, она плохая или нет, она нас все равно пробивает, просто потому что, когда вы оказываетесь вот под этими колоннами, вы их хоть там в золоте сделаете, они все равно работают, просто потому что это как-то нас потрясает, ну, практически на уровне физиологии. И, в принципе, вот это искусство или осознание архитектуры как сферы манипуляции, манипуляции психологической, это и есть некоторое основание, очень важное основание этой традиции мемориала. Причем архитектура, в общем, очень давно осознает себя именно как искусство психологической манипуляции, будь то барокко или будь то деконструктивизм. Вот эта идея дернуть нас за какие-то сильные нити, эта идея, ну, собственно, есть часть, так сказать, профессионального контракта архитектора. Есть один отработанный в мемориальной архитектуре 20 века, один отлично отработанный способ дернуть нас за струны под названием каменный куб. И в мемориальной традиции тому есть много объяснений. Опять-таки, если бы у нас было не 50, а уже, в общем, 30 с небольшим минут, а, соответственно, там еще два раза постолько, то здесь были бы цитаты, там, не знаю, здесь из Зиммеля, здесь из Ригля, здесь еще из каких-то людей, которые, собственно, позволяют нам проследить, как рефлексировали на вот эту тему, как, собственно, почему именно геометрия и масса становятся такими очень важными остатками архитектуры памяти. Ну, в общем, в пределе очень просто. Геометрия, потому что это последний след человеческой руки. Да, вот дальше груда камней, которая не есть монумент. Монумент кончается там, где у вас есть последний след прикосновения. А масса, да, элементарно на уровне простых психологических метафор. Да. Не случайно в разных языках вы встречаете все эти тяжесть на душе и так далее. Да, извините, это никоим образом, хоть это и выглядит, знаете, такое вот задорновское поп-лингвистика, да, боже упаси, да, за этим, ну, есть что-то более осмысленное. Да. Это, ну, вполне такие встроенные в традицию архитектурные мысли, представление об архитектуре как прежде всего или в большой степени в сфере психологического. Не случайно в модернистскую архитектуру, в такой мейнстрим архитектуры 20 века, встроилась формальная школа с ее интересом к психологии, к психофизиологии и так далее. Ну и вот, собственно, эта игра в кубики – одно из любимых развлечений тех, кто создает мемориалы в 20 веке. Игра в каменные кубики. Иногда это очень здорово, утонченно, очень хорошо работает. Вот, в частности, это
Джузеппе Террани, один из лидеров итальянской архитектуры середины века, ну, собственно, первой половины века, и это монумент Роберто Сарфатти. Вот вы видите, собственно, как это работает. Да? Сильная, абстрактная, практически, но очень хорошо работающая форма. В пределе такого рода линия достигает... или предела такого линии, да, достигает в примерах а-ля Томбо Брион Карло Скарпы. Это мемориальный комплекс, да, или такое семейное кладбище недалеко от Тревиза. И это очень сильная, очень эстетская, очень грубая, очень геометричная, утонченная архитектура. Опять-таки очень бетонная, очень тяжелая. Вот, собственно, семейство Брион Вега, оно упокоилось с его глава. Главы, точнее, упокоились вот под этим а-ля мостик бетонным вот здесь, а остальная часть семейства упокоилась вот под этим нависающим перекрытием. Да? Это тяжело, это грубо. С другой стороны, это неимоверно эстетская история. И вот это представление о том, что архитектура дергает нас за какие-то специальные струны, очень хорошо работает. Другой пример такого же рода, такой же игры в кубике, это... монумент венецианской партизанки, того же Карло Скарпе, вот, собственно, который делал только что показанную вам Томбо Брион. И здесь возникнет еще один очень важный сюжет, подсюжет, к которому мы вернемся раньше. Собственно, что это такое? Это такая плавучая платформа, на ней расположено тело, соответственно, расстрелянной женщины, и вот на таких кубиках. Первоначально все это должно было плавать, а потом оно плавать перестало, потому что сделано было плохо. Сейчас вроде отреставрировали, снова плавает. Но вот в тот момент, когда оно перестало плавать, оказывается, что у вас, соответственно, вот эта скульптура, она в зависимости от уровня воды в лагуне, она то покрыта водой, то не покрыта водой. Да? И тут оказывается, что даже самый сильный утонченный монумент, все-таки, как там, подлец человек, да, мы... можем воспринимать как некоторый аттракцион. Да? То есть вот если вы живете рядом с Жардини, это ровно напротив, да, и вот ходите на Биеннале, там, допустим, да, вы каждый день, вот как знаете, там раньше там смотрели, как висит флаг на райкоме, там есть ветер, нет ветер, в какую сторону, да, там, допустим. Вы можете смотреть, вот, как там у нас с водой нынче, у нас аквальта или у нас не аквальта. Да? И это тоже некоторый аттракцион. И это ловушка, в которую мы, в общем, сами себя немного загнали. Мы к ней тоже вынуждены будем вернуться. Ловушка под названием «Удовольствие от монумента». Потому что, к сожалению, наверное, к сожалению, да? Вот сейчас мы обсуждаем сюжет, да, и мы сюда, в общем, мы здесь собрались ради сюжета, который не должен оставлять нам никакого пространства для удовольствия, никакого пространства для чего-то человеческого в смысле наслаждения. А, к сожалению, или, не знаю, к счастью, как угодно, мы можем получать удовольствие просто от красивой идеи, даже если это нас там дергает, не дергает и так далее. И это всегда некоторый довесок, в который мы можем спрятаться от самого сильного переживания. Это такое немножко, знаете, франкловское придание смысла. Ну и то же самое, да, те же самые кубики. Мы видим, наверное, в самом известном, самом важном мемориале Холокоста в Берлинском, работы Питера Айзенмана. Помимо тяжести, помимо переживания вот этой психологической, ну, собственно, такой простой психологической метафоры через сильные архитектурные средства, есть еще один очень... работающий, наверное, инструмент. Этот инструмент, ну, по крайней мере, почему он представляется работающим, его обсуждают в статье, посвященной истории израильских монументов Холокоста и, собственно, истории коммеморации Холокоста, такой израильский историк Наташа Голдман. И она проводит параллель с психологическими исследованиями, в которых для выговаривания травматического опыта используются психологами, используется метафора, ну, собственно, пустоты, да, некоторой души, простите, некоторой дыры в, даже не в опыте, а скорее в вашей психологической структуре. Вот такой, ну, буквально пустоты, выжженности некоторой. И вот, собственно, есть монументы, которые так отлично работают. Снаружи тяжелый, солидный, монументальный, вы зашли внутрь, а там пустота. Ну, вот в частности, это... работа того же Альдо Росси, ну и самое главное, самое известное кладбище, чуть не сказал, всех времен и народов. Это мемориальное кладбище в Модене.
не мемориальный, просто кладбище в Модене, работа Альдо Росси. Вот центральная часть, это разные варианты этого кладбища. Там есть первый вариант конкурсный, есть дальнейшие варианты, и, собственно, не все реализовано так, как хотел Альдо Росси, но, тем не менее, главная вещь там есть, главное, собственно, главный элемент. Это вот такая кубическая структура, которая выглядит солидной, массивной, регулярной снаружи, а когда вы оказываетесь внутри, это, в общем, такой колумбарий, открытый и пустой. Да, вы все время смотрите из оболочки мертвого тела. Ну, понятно, это такая немножко не очень дорогая, я бы сказал, метафора, но эта метафора немножко работает. Вспомните, ну, опять-таки, пошло немножко к литературе отсылаться, да, но вспомните, не знаю, княжну Марию, когда она видит тело отца, да, это не он, да, вот когда она припадает к руке, да, это не он. То, что было им, это что-то уже другое, чужое, из другого мира, да, хотя, казалось бы, оболочка еще та же. И здесь вы, в общем, видите примерно такую же историю. Это все метафоры, но это метафоры, которые, в общем, мы можем считывать и которые часто закладывает сам архитектор. Понятно, что здесь есть прямая ассоциация и с колумбариями, понятно, что здесь есть прямая ассоциация и, ну, собственно, с тем, что важно для итальянского архитектора в этот момент, то есть, скажем, с дворцом итальянской цивилизации в Эр, но тем не менее это работает. И вот это сочетание грубого, тяжелого, несентиментального, да, вот эта грубая бетонная поверхность, это то, что по определению не должно давать нам вообще никакого удовольствия, кроме, может быть, тактильного. Да, это вот такой, ну, совсем остаток, это ноль. И это, в общем, должно работать. Вот такого рода переживания, да, такого рода, скажем, сочетание тяжести или какое-то переживание тяжести отлично эксплуатируют современные архитекторы в современных монументах. И здесь есть еще очень важный момент, очень важная интонация. Вот это музей 911 в Нью-Йорке. И вот это, наверное, самая сильная часть этого монумента – это дамба, которую вы видите, которая, собственно, сдержала Гудзон, и поэтому там 3000 погибших или сколько-то, а не там пол Нью-Йорка, потому что если бы прорвало, то затопило бы. И здесь, наверное, стоит отослаться к Лаку Лабарту, который чуть по-другому, да, вслед развивает вот эту линию обсуждения возвышенного. Вот в каком отношении. Возвышенное – это то, что мы переживаем из безопасности. Это ужас, который мы переживаем, это ужас кораблекрушения, который мы переживаем на берегу. И, собственно, по факту присутствия здесь, то есть мы, это осознаваемая опасность, это осознаваемый ужас, но это ужас, все-таки мы по эту сторону границы. И здесь это отлично эксплуатируется. И теперь немного разговоров о том, как вот эта мемориальная традиция работает в 20 веке, как она работает с монументами разных трагедий, и даже, наверное, не столько как, а как и почему. И естественным образом мы начинаем с монументов Первой мировой войны. Опять-таки, это все очень конспективно, это все очень порезано, потому что это вообще отдельная, большая, очень интересная традиция по всей Европе. Тем более, что мы привыкли, что для нас Первую мировую заслоняет революция гражданская, а потом Великая Отечественная. А в Европе очень часто наоборот. Вы приезжаете в какую-нибудь французскую деревню, и у вас там 80% имен – это павшие в Великой войне, а потом кусочек, довесочек небольшой, соответственно, Вторая мировая, а потом еще какие-нибудь войны после Второй мировой, там Индокитай, еще что-нибудь. И, собственно, вот та потребность в коммеморации, потребность в монументах и в новом языке монументов, или не новом, сейчас мы это увидим, возникает из того, что перед архитекторами, ну, несколько парадоксальная задача. Все, в общем, понимают, что это некая безумная, абсолютно бессмысленная бойня, не случайно из этого вырастает потерянное поколение. Бойня ни за что. И только что в течение всего 19 века у вас гуманистическая машина культуры приучала к тому, что вы есть некоторая ценность, а потом оказывается, что вы есть один из 3 миллионов в шинелях цвета хаки, которых на 2 года засунули в траншею в грязь гнить, а потом вы слегка оттуда вылезли и вас подстрелили из пулемета. Это, так сказать, типовая траектория на Первой мировой войне. И сделать это объектом некоторой памяти можно через что? Через придание смысла. Смысл придается через героическую мемориальную традицию, ну, потому что это главный ход, абсолютно естественный для Европы этого времени.
И в частности, те, кто создают монументы Первой мировой войны, отлично эксплуатируют язык героического монумента рубежа веков, башни Бисмарка, тот же монумент, ледеровский монумент Бисмарка или, например, памятник битвы народов Лейпцига, Брауншмидца и так далее. И вот это героическое оказывается некоторым образом источником той следующей трагедии, которую мы с вами, в общем, из-за которой мы здесь, ну простите за такую краевую формулировку, здесь и сидим. Потому что вот эта возгонка героического – это отличный инструментарий расчеловечивания ближнего. Вот не случайно здесь на экране одна из важных, ну, мне кажется, бы очень важная цитата из «В тени завтрашнего дня» Хёйзинге, который говорит буквально следующее. «Среднестатистический олух конца века говорил об Übermensch, как будто доводился ему младшим братом». Да, вот эта мода на героическое переживание, мода на отказ от рацио, отказ от здравого смысла – это то, что позволяет олуху отлично ставить себя в позицию, вот ту сверхчеловеческую позицию, а физически это достигается тем, что вы расчеловечиваете окружающих. Ну, собственно, на этот счет есть вполне обширная традиция текстов. Чуть-чуть возвращаясь назад, еще два момента. Первый момент – это, собственно, то, как вот эта традиция вырастает в монументы, в героические монументы. Как находится язык после Первой мировой войны? Как стиль, как, собственно, общий язык архитектуры этого времени, как язык героических монументов, как язык невыученных уроков. Да? И поэтому героические монументы Первой мировой войны есть некоторым образом преддверие Второй мировой. И следующий момент, тоже очень важный, следующий эпизод, это, собственно, такое всеобщее паранойя, которое охватывает Европу во второй половине 30-х годов. Прежде всего, формулой этой паранойи – это такое психологическое обнуление. Формулой этой паранойи становится Герника. Потому что, собственно, это то, о чем, допустим, отлично пишет Оруэлл в своих испанских текстах, что, ну, которые буквально подготавливают 1984-й. Что происходит? Вы никогда не знаете, откуда придет кто враг, кто друг, тот, кто сегодня друг, завтра оказывается врагом. Плюс это все накладывается на авиационную паранойю, на газовую паранойю, на людей, которые бегают по городам на тренировках, в противогазах и так далее. И все это порождает готовность, абсолютную эмоциональную лоббильность. Да, это ситуация, когда вы, в общем, практически готовы ко всему, к любой реакции. Ну и вот, наверное, еще это я даже, пожалуй, минутку подержу. Хотя времени у нас не очень много, но мы успеем. Это, собственно, очень важный текст. Я надеюсь, что его здесь видно. Очень важный текст. Важный в том отношении, что, допустим, вот в советской архитектуре это очень хорошо чувствует. Вот так же, как генералы всегда готовятся к прошлой войне, но это не очень корректный перевод. Да, там просто воюют в прошлой войне, если следовать этой цитате правильно. Также и монументы всегда увековечивают прошлый триумф. Вот это очень хорошо видно по советским мемориальным проектам 20-х, 30-х годов, даже с самого начала 40-х, потому что, скажем, в 40-м году был проведен очень интересный конкурс на мемориалы по местам боев Зимней войны, Советско-финской войны. И там вы увидите практически все, что вы потом увидите в конкурсах Великой Отечественной. Но в Великую Отечественную, вот это, знаете, такое искусство фальстарта. В Великую Отечественную оказывается, что язык надо придумывать заново. И, собственно, это очень сильный момент, очень сильный эпизод освобождения архитекторов. Вообще-то, до конца 40-х, точнее, до кампании по борьбе с космополитизмом, градус вольности в советской архитектуре очень высок. И советские архитекторы выдают вещи, ну, подчас совершенно непредставимые в этот момент. Именно потому, что опять улица корчится без языка, и опять масштаб трагедии проходит через вас, а адекватных слов, адекватного языка у вас еще нет. И начинается тотальная импровизация. Об этих монументах в свое время отличную диссертацию, книжку написала Татьяна Глебовна Малинина, блестящую совершенно. И они опубликованы, какие-то больше, какие-то меньше. Да, то есть, собственно, архитекторы делают вещи, которые, например, иногда невозможно отличить от итальянских или, например, немецких проектов этого времени. Там какой-нибудь курган Чернышова,
мало отличается от Тоттенбургов Вильгельма Крайза того же самого времени. Это вот такое странное, импровизационное, очень странное, парадоксальное искусство. Вот это импровизационное начало очень важно. Потом как-то язык устаканится, все станет более или менее стабильным, мы все знаем, как дальше это выглядит. Но вот в этот момент это некоторое поисковое. Подчас возникают очень странные вещи, а-ля вот этот монумент Сталинградской битвы, это Андрей Константинович Буров. И собственно, вот это такая ступенчатая пирамида. Я думаю, многие видели этот проект на выставке, посвященной Пиранези в Пушкинском музее осенью. Такие руки, которые держат автоматы, они торчат из стеклянной пирамиды с золочеными карнизами и так далее. Вот такие курьезные монументы. Эти курьезные монументы иногда напоминают, ну, действительно буквальные курьезы, как, допустим, вот такие пирамиды из этих немецких пикельхельмов, шлемов, которые были в Нью-Йорке устроены там, после Первой мировой войны. Дальше все станет более или менее нам понятным, более или менее нам традиционным. Иногда очень качественным, как в вещах сурового стиля. Иногда абсолютно дежурным, как в монументах такого рода. Но здесь мы опять-таки вспоминаем, что совершенно не обязан нам архитектор, художник совершенно нам не обязан выстраивать эту сильную связку, потому что есть повод, есть место, не всегда формы – это то, на что мы обращаем внимание. С другой стороны, есть очень сильные традиции, очень сильные монументы послевоенного периода. Ну, например, югославские, сейчас страшно модные послевоенные монументы. Очень сильная история, очень целая школа специальная, очень сильная, очень интересная. Или, например, советские монументы, поскольку в какой-то момент, в общем, уже все снова заинтересовались архитектурной психологией, все снова заинтересовались тем, а вот как нас взять за какие-то нежные струны и вытащить сюда, чтобы мы что-то сильно чувствовали. И монументы появляются такие же, но вот самый, наверное, такой известный пример – это 9-й форт в Каунасе. Да, вот буквально та же самая традиция сильного, тяжелого, агрессивного камня, который заставляет нас чувствовать. Проблема в том, что чем дальше, тем более мы насмотренные, и архитектурный язык, собственно, конвенции меняются, мы привычны уже и к модернистским кубикам, и к деконструктивистским всяким краевым поверхностям и так далее. Чтобы нас пробить, нужно очень сильное. И вот это тоже некоторая проблема. Ну и, собственно, еще одна цитата, которая как раз, точнее, даже две будет. Собственно, все, что в ней нужно, это кусочки из Нобелевской лекции Бродского, все, что в ней нужно, это, собственно, главная и страшно модная формула про то, что в настоящей трагедии гибнет не герой, гибнет хор. Вот это очень важная ситуация, очень важная формулировка в том смысле, что трагедия уничтожения, трагедию, которую мы с вами обсуждаем, это буквально трагедия отсутствующего свидетеля. Да? Это ситуация уничтожения имен, уничтожения свидетельств. И все рушится, и нет объективного свидетельства, и монумент ставит вас наедине с этими трагедиями. Ну и буквально вот та цитата, которую тоже все наверняка сто раз представляют из негативной диалектики Адорна, да, про то, что, собственно, после Освенцима смерть перестает быть чем-то самоштабным жизни. И, собственно, вот эта формула про то, что культура после Освенцима есть мусор, да, это некоторое новое специальное качество. И естественные архитекторы и скульпторы, те, кто как-то реагирует в художественном пространстве, вынуждены каким-то образом искать ответы. Иногда эти ответы возникают с самых неожиданных сторон. Иногда, например, из культовой архитектуры. Да, и в этом смысле капелла в Раншане Корбюзье – это, наверное, один из главных памятников 20 века. Иногда действительно в мемориальном жанре. И здесь тем более успешен монумент, чем хуже вам делает архитектор или скульптор. Чем сильнее он вас лишает выбора, чем сильнее он сталкивает вас один на один, потому что в той ситуации нет третьих. Да? Там невозможно сказать, я здесь ни при чем. Да? Есть только палачи и только жертвы. И по факту вы оказываетесь вот в этом пространстве, из которого вы не можете устраниться. Так работают самые сильные монументы. И вот это сильная психологическая манипуляция почти на физиологическом уровне – это то, что делает самые сильные монументы, самые сильные мемориальные проекты конца 20 века, начала 21-го. Ну, в частности, самый знаменитый из них – это еврейский музей в Берлине Дэниела Либескинда. И, собственно, вот с этой сложной структурой. Но нас даже больше интересуют вот эти элементы языка. Все эти агрессивные углы, наклонные полы, все, собственно, лестницы, ведущие в никуда, пустоты. Вот для него эти пустоты, помните, мы говорили про пустоту, как некоторый
терапевтический инструмент. Для него вот эти voids, пустоты, это очень важная часть этого монумента. А отчасти проблема в том, что постепенно, мы уже об этом тоже говорили, постепенно язык, который изначально был рожден как сильный, штучный, авторский и в общем рассчитанный на какие-то очень сильные случаи, оказывается просто элементом авторского языка. Вот даже уже в расширении еврейского музея, вот в этом корпусе, который Либескин делает дальше, вы видите, все то же самое, но просто уже как элементы такого нормального, конвенционального, деконструктивистского языка. Сейчас вы видите такие, все что угодно, от шопинг-моллов до концертных залов. И поэтому оказывается, что вот этот инструмент манипуляции несколько утрачивает действенность, утрачивает силу. Что остается? Остается сильное, остается то, что порождает простую эмпатическую реакцию. И вот это будет один из самых сильных, наверное, если могут быть какие-то выводы из этого разговора, то это, наверное, один из главных. Я думаю, те из вас, кто был в этом музее, обязательно ходили по этим вещам. Да? И это такая страшная история, когда вы ходите по этим металлическим кругам, они звенят. Это не про архитектуру, да? Это про гораздо более простые, прямолинейные, сильные инструменты работы с нами. Ну и, собственно, вот эта идея невозможности устраниться, это идея, которая стоит за самыми сильными монументами. Ну, опять-таки, я думаю, что многие были в Яд Вашем и помнят вот эту структуру, в которой вы должны все это пройти. Вы не можете там каким-то коротким путем свернуть, да, вы должны все это последовательно пройти. Вы понимаете, что вами манипулируют. Причем где-то манипулируют абсолютно открыто, да, так немножко даже беззастенчиво, ну, потому что это часть правил игры. Не случайно там все отмечают, что вот когда вы выходите из этой призмы бетонной, там совершенно безумный вид, безумной красоты, и вот вы должны почувствовать этот контраст, смерть, жизни и так далее. Но это, опять-таки, некоторая метафора, которая работает, когда вы это считываете, а когда вас ведут, это гораздо более простое, физиологическое и, в общем, сильное. Ну, так же, как вот опять-таки какие-то такого рода вещи. И еще один момент, о котором мы тоже с вами говорили, это, собственно, функция этого монумента. Да, вот в той степени, в которой расчеловечивание, стирание имен, стирание памяти и так далее, единственное, что вы можете сделать, это возвращать имена. И вот, собственно, Яд Вашем и сделан как вот такой центр по возвращению имен. И другое дело, что опять-таки мы смотрим на это, ну, из какой-то все равно перспективы выживших. Я бы остановился вот на этой картинке, которая, к сожалению, скажем так, неутешительна для архитекторов. Эта картинка, это вот если на предыдущем экране, то, что сверху Берлинского мемориала Холокоста, то это то, что внизу Берлинского мемориала Холокоста. И здесь я знаю, что я, скажем, я обсуждал этот сюжет там с разными коллегами, и, в общем, далеко, я не могу сказать, что я сильно в большинстве. Я думаю, что, в общем, 50 на 50. Это к тому, что все-таки простые инструменты, которые связаны с нашим здравым смыслом и жизненным опытом, работают гораздо сильнее. Все-таки вещи, связанные с архитектурными конвенциями, с тем, что вы идете, чтобы почувствовать и рассчитываете, вы встроены в эту конвенцию и так далее, они могут сработать, могут не сработать. А часы, снятые с руки умершего, работают всегда. В этом смысле архитектура все равно слабое искусство. У него есть очень ограниченный способ высказывания, у него есть очень ограниченные пределы выразительности. И в этом смысле, ну, собственно, бытовой опыт человека, входящего туда, да, фотография, свидетельство, письмо, часы, ну и все, что вы знаете в связи с такими мемориалами, это работает гораздо более сильным, простым, непосредственным и убедительным образом. Ну, наверное, к сожалению. С другой стороны, может быть, это как-то архитекторов и спасает. И сейчас мы поймем, спасает от чего. Спасает от необходимости быть в максимальной степени или в исчерпывающей степени убедительными и точными в каждом монументе.
делать последнее высказывание в каждом монументе. Ну, потому что вообще-то классическая традиция, она подразумевает, что каждый дом делается как последний. И ну, в этом смысле, да, вот сколько бы Рембрандтов не было, утрата дана, и всем миром, ну, утрата потом вернулась, да, но вот всем миром воспринималась как что-то такое жуткое, потому что там нет простой арифметики. Да, и в этом смысле, собственно, вот эта проблема, да, чем сильнее монумент, тем с ним хуже. А нам с ними существовать повседневно. Да? И это есть некоторая проблема, потому что это часть нашей повседневности. Да? Либо мы ее отдаем на какие-то там 5 минут в день и отставляем куда-то в какую-то норку в собственной душе. Либо мы, в общем, я не знаю, возможно ли существовать в состоянии вот постоянного, вот такой постоянной экзальтации. И, собственно, последние две картинки, и я затем заканчиваю. Это, ну, скорее, некоторый такой риторический, подвешенный в конце вопрос, вот, который прежде всего и касается монументов Холокоста, потому что эта трагедия, в ней вообще нет ничего позитивного. Да? Если предыдущая трагедия нашла для себя какие-то способы конвертироваться во что-то, в какой-то позитивный опыт, условно, да, оказалось лучше, хуже, там повлекло за собой следующую трагедию, но тем не менее она себя осознавала не просто как абсолютно негативную историю, то никакого позитивного вот в том, для чего создаются монументы после Второй мировой войны, нет. И поэтому они не должны нам оставлять никакого удовольствия. А опять-таки, и это некоторый тупик для тех, кто создает эти монументы, потому что делаешь в лоб, работаешь сильно, но не так тонко. Более тонкие монументы, не обязательно это именно монументы Холокоста, это могут быть монументы разных трагедий, да? Допустим, просто лондонский памятник женщинам Второй мировой войны, или вот, допустим, эти будапештские вот эти ботинки на набережной, да, это уже как раз монумент уничтожения. Да. Вы идете мимо этого, и вы понимаете, какая хорошая идея. Да. И таким образом загоняете себя в ловушку. Ну и вот, собственно, еще несколько картинок, несколько примеров более умных монументов. Да, сейчас вот некоторая такая средняя линия, да, средний такой уровень, он как-то подтянулся к тому, что, ну, наверное, делают скорее умные монументы, а-ля вот этот венский монумент, состоящий такая бетонная вещь, состоящая как бы из корешков книг. Или вот эти монументы с серым автобусом, в которых увозили на уничтожение то, что называлось умственно неполноценных по программе Т4 и так далее. Да? Это вот какие-то такие вроде бы и умные вещи, и сильные вещи, но они всегда оставляют какое-то пространство. Я боюсь, что вот на этой точке надо бы и заканчивать, потому что сейчас время для искусства, которое вызывает гораздо более сильный, непосредственный, эмпатический отклик, то бишь для музыки. Спасибо.